Это было в Афгане. В тот день я был ранен. Только что мои раны. Комбат был убит. А потом в медсанбатах умирали ребята. Из родного Минбата никто не забыт. Медсестричка Алена взяла мою руку и сказала тихонько: Володя, держись. Я не чувствовал боли, ни стона, ни звука, лишь сознание мое промелькнула вся жизнь. Вспомнил, как провожали меня всей округой, и накрытый шалаш на 500 человек, посаженной невестой и верной подругой была Таня, соседка, родная навек. И с напутственным словом: те, кто раньше служили, подходили ко мне, выпивали 100 грамм, для меня как присяга, слова эти были. Понял я, что союз никогда не предам. Я на утро цветы положил на граните землякам, что погибли за нас на войне. Их фамилии в сердце, как в монолите, и как звезды горят для меня в тишине. Мама крестик зашила в кошельке за подкладкой, но на первой проверке его и нашли, и забрали, напомнил, устав для порядка, но молитвы родных меня все же спасли. Я со старой гитарой, подаренной братом, всю учебку прошел и в Афган с ней попал. И она мне служила вторым автоматом. Свою душу я песни лечил и спасал. Сколько лет пролетело, весь мир изменился, снова май наступил, я встречаю весну, для меня день победы с днем памяти слился. Я храню и одну, и другую войну. И потом в медсанбатах умирали ребята, но ничто не забыто, никто не забыт.